Новые подробности ЧП у Вятской спортивной школы Олимпийского резерва. В субботу после футбольного матча между командами из Кирова и Твери у стадиона на Ленинградской прогремел взрыв. Как сообщили в МВД, по Кировской области травмы получил мужчина. У него в руках взорвалась петарда. Пострадавшего увезли в больницу, у него оторвало два пальца. По словам очевидцев, мужчина хотел бросить петарду на стадион, но не успел. По факту ЧП сотрудники полиции проводят проверку. Планируется опросить самого пострадавшего и свидетелей происшествия.